Так, улыбнитесь, вас снимает скрытая камера. Значит, я еще ничего не знаю. Вот, чего вы там натворили? Да. А? Ага. Вы ужалились, все кусают, это заброшенный сад. Да. Так, давай. Давайте так. Сенька тоже собирал? Да, вот он собрал. Так. Значит, смотрите, я вот за эти два ведра даю 500 рублей. Угу. Сколько из них Сенькины? 250. Ты еще в математике смеян. Так, ладно, я представляю. Итак, как всегда, не накрашено. Угу. Вот, но дело, ради дела, смотри сюда. Значит, ты у нас заместитель железо меня, то есть угу. Так? И.О. Значит, и.О. И А. Значит, давай так. В нескольких словах. Там еще остались эти. Там невозможно собирать, там осталось, но очень мало. Мало. Ладно, так вот смотри. Вот этих мы уже собрали в общей сложности ведер 6-8, а вот этих ни одного. Вот эти более ценные. Угу. Вот. Деревья трясли или так собирали? Смотрите, какой я. Теперь, ух ты какой, мышца накачал. Теперь так, я пойду по вашим следам. Вы точно уверены, что все нашли эти? Да. Ага. Все равно пройдусь. Дело в том, что в заброшенных садах много интересного. Ага, особенно. Все, я вас отпускаю. Особенно крапивы тут много. Ага. Деда, не проходи дальше, там очень много крапивы, ты весь ошпаришься. Напугал ежа голой задницей. Итак, пошли. Значит, что я здесь делала? Так. Слушай, я интервью не закончил. Вот. Юлия Сергеевна, сколько ты уже продала персиков самых этих сеянцевых? 33. Но остальные, по-моему, сильно маленькие. Еще несколько. Это я говорю, что люди увидят этот фильм буквально сегодня. Значит, у тебя осталось несколько персиков на продажу. 1000 рублей. Дальше, смотри. Сейчас. Второй момент. Значит, шелковица. Шелковица есть еще? Есть. Она тоже по 1000 рублей. Ценнейшая вещь. Приходят новости, снижает сахар. Вот. Дальше. Я теперь каждый день пью. Смородина еще есть. Смородина еще есть. Деда, она по 500 рублей. Сейчас, Сень, договорим. Ты потом. Ты постепенно тебя так в это дело влезешь, что, может, станешь моей заменой. Слушай, что у него с лицом? Простуда. Простуда. А это ты все перекупался тогда? Вот меня не было. Угу. Вот. Ладно, и еще что? Итак, смородина 3. Крыжовник, штук 5 крыжовника и чего-то еще. Жимолость кончилась? Кончилась, да. Кончилась. Ладно. И манчжурский абрикос есть еще, сеянец. Сеянцы манчжурского абрикоса. Ну, мы их будем продавать по 500, наверное, да? Mm-hmm. Я так думаю. Ну, все. Давайте. А я пойду по вашим следам.